Дагестане нет дефицита водных ресурсов. Проблема нашей республики прежде всего в качестве воды, особенно на территориях с плотным населением. Сегодня перед людьми стоят глобальные проблемы. Их нерешенность угрожает самому существованию человечества, считают экологи. По их мнению, проблема пресной питьевой воды уже вышла на первый план. Люди вынуждены использовать для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям, что создает серьезную угрозу для их здоровья. Плохое качество воды является причиной около 20% всех заболеваний, и при сохранении нынешней модели водоиспользования проблема питьевой воды скоро приобретет глобальный характер. Действительно ли вода из водопроводного крана нечистая? И безопасно ли употреблять ее в пищу? С этим вопросом мы обратились к профессору Наримана Тумалаеву во время ознакомительной поездки к природным источникам горной воды в Южном Дагестане. Подобной воды нету. Вся проблема его транспортировки отсюда. Далеко, которая есть. Уникальная вода. Она же заняла первое место в Карловых Варах Чехословакии. А первое Сан-Франциско? Во-первых, это воду можно без лишней водоподготовки разливать прямо. Без вторичного загрязнения. В этом уникальность. Все питьевые воды, они проходят тщательную водоподготовку. Тем самым вмешивается в структуру самой воды. А это натуральная вода. Натуральная вода. Аква-минерали, Бонаква, это все воды, которые очистили, до, как говорят, до H2O от всех минеральных солей, а потом уже по вкусу добавили. Таким образом, натуральность исчезла, как таковой питьевой воды. А это единственный, сейчас я бы скажу, это самый источник без сложных водоподготовки, сложной водоподготовки, разливать и пить, отвечающие биохимическим потребностям человеческого организма. Вот вся ценность самой питьевой воды, бутилированной питьевой воды. К большому сожалению, начиная от французской известной воды марки Evian, это воды, которые пошли тщательную водоподготовку, то убрали и что-то добавили. А этой воды не надо ничего ни прибавлять, ни убавлять. Делегация во главе с депутатом Народного собрания Республики Дагестан Владимира Шурбекова посетила небольшой цех по розливу горной воды, который поступает по трубам с ледниковой вершины Джумай, что находится на территории Рутульского района. В настоящее время в Дагестане растет спрос на бутилированную питьевую воду. Основными факторами, определяющими тренд роста рынка, является низкое качество водопроводной воды во многих районах и городах республики, повышенное содержание тяжелых металлов в воде, а также рост культуры потребления питьевой воды и популярность здорового образа жизни. Основным преимуществом родниковой воды является ее природное происхождение. Минерализация воды позволяет отнести ее к категориям питьевой столовой воды. Источника вот отсюда. Она постепенно накапливается прямо из-под горы, она выходит сюда. Сейчас начало, где-то в мае, да, Сергей? В мае уже первые эти появились. До конца августа, а потом в августе постепенно идет на спад. Это источник, да? Это источник. Да. Воду пили с рук, к роднику клали руку, набирали и вот так. И информация твоего тела приходила к воде и восстанавливалась структура, а вода становилась полезнее. Это историческая правда, которая поколение в поколение. Пить надо не со стакана, а по собственной руке, потому что ты желаешь пить воду. И вот это желание информации передается к воде. Вообще вода обладает уникальной памятью. Знаете, вот, сохранение. Вот то, что мы хорошие у него говорим, вода становится лучше. Источника там много, но минерализация других источников намного выше. Вот это самая низкая минерализация вот этой воды. Там знаете что? Вот там вечные эти ледники.
Вот чуть выше, если мы поднялись бы, мы видели бы вечные ледники. Они прямо перед тобой вот так уходят. Вот так. То есть ледник тает, уходит туда, а вот здесь он выходит обратно. То есть обогащается минералами. И вот так выходит в виде родника. И вот идет река. Здесь родник, там река. А тут начало. Вот. Что ты делаешь? А чем больше минерализации, тем лучше будет? Тем хуже. Конечно. Это же она же остается в этом. Организм. В организме. Не нужно это. Ахтынский район расположен в самой южной части Российской Федерации. Это уникальное место, где величественные горы, изрезанные бурными потоками рек, возвышаются над плодородными долинами, населенными трудолюбивыми людьми. Районный центр – древний аул Ахты, история которой насчитывает не одно тысячелетие, является одним из самых крупных аулов в Республике Дагестан. Жители сел Ахтынского района часто обращаются к депутату Народного собрания Республики Дагестан Владимиру Ашурбекову за помощью. Владимира Ощербекова, чтобы нам помогали, как депутаты. Понятно, это водопровод, чтобы делали, это Самур и река поставлены, насос, а вода нам водопровод сделал, верхний квартал. Это очень я прошу его. Мы его будем, если он хороший депутат, хороший будет помогать нам, мы ему все время будем вспоминать. Это его, пускай это водопровод на его имя делать. Чтобы осталось его имя. Этот Владимир Сахкой, он что сделал нам народу такое уважение. Как обещал Владимир Ощербеков, вот мы говорили, что он обещал исполнять. Вот трубы, которые он обещал, отправил. Он обещает вот, поменять все трубы вот по этой трассе. Вот спасибо ему. Недавно по просьбе ахтынцев для прокладки новой 30-километровой водопроводной линии Владимир Ощербекович прислал необходимые стройматериалы и трубы для решения проблемы с обеспечением питьевой водой. Далее путь гостей лежал в селении Хнов, расположенном на самом юге Дагестана. В горном лабиринте у подножия главного Кавказского хребта на высоте 1850 метров над уровнем моря. Здесь, вследствие обильных продолжительных дождей и селевых потоков, год назад был разрушен мост на въезде в селение Хнов. В настоящее время строительная бригада генподрядчика «Дагестан Автодор» завершила строительство временного моста. Поверх пошли эти дожди, а там оползевый участок, и это все ушло сюда и снесло мост. Я обратился к руководству ДАГ Автодора, Загид Гаджевичу Хучбарову, его заместителям. Они оперативно вот, среагировали. Вообще у них очень такой штаб, который реагирует на все и оперативно решает вопросы, потому что здесь прерывается связь, сообщение с райцентром, с другими селами. Поэтому вот, отправили конструкции. Люди и в воскресенье работают, чтобы восстановить мост. Большое им спасибо. Выражают хмовцы все в моем лице. Значит, выражают благодарность руководству Дагестан Автодора за такое оперативное, это такое сейчас трудное время. Когда с финансами тоже проблемы. Но тем не менее, мост строится, вы видите. Строится мост. Хочу сказать спасибо всем тем, кто участвует в этом. Огромное спасибо Загиду Гаджиевичу, который начал все это. Магомедовичу Тагирову, который непосредственно участвует в строительстве этого моста. Также спасибо подрядчику, спасибо нашему депутату, кандидату, вот, депутаты Народного собрания Владимиру Ощербековичу. Всем огромное спасибо, которые нас не забыли, которые нас поддерживают, строят в таком лучи, в таком отдаленном месте такую
красивый, прекрасный мост. Хунов славится, да, в первую очередь тем, что выходец из Хунова, герой Советского Союза, покойный Касрет Алиев. Это гордость не только хуновцев, не только района, всего Советского Союза, всех народов Советского Союза, как и остальные герои. Ну, а с другой стороны, народ честный, добросовестный, трудолюбивый. И в годы советской власти, когда был колхоз, считался одним из передовых колхозов, люди работали добросовестно. Ну и сейчас, как сказать, к сожалению, молодежь уезжает, а кто остается, тот потихонечку своим делом занимается. Про это Курбан Агаева можете рассказать? Да, да, тоже. Курбан Агаев, гордость Хунова, борец, который оставил после себя много хороших впечатлений и славится своими способностями. И вот сейчас тоже вот вспоминают, когда вот спортшкола у нас была, там занимался и его сын, тренером был. К сожалению, последние два года что-то ликвидировали спортшколу. А так? В селе Никака Ахтынского района проживают два ветерана Великой Отечественной войны. Часто с ними встречается депутат Ашурбеков. К празднику 9 мая от себя он вручил им ключи от квартиры в Махачкале и новенькой автомашины. Миллион раз спасибо Ашурбекову Владимиру, что мне дал Ашурбеков Владимир, мне квартиру обещал и квартиру дал. Владимир Ашурбеков наш депутат, самый в России достойный депутат. Ему достойно такое хваление. Он чистосердечный человек, умственный, уважительный, добрый. Возвращаясь к самому главному, можно напомнить о том, что на Земле нет ничего такого, в составе чего не было бы воды. Вода присутствует в горных породах, минералах, растениях, живых организмах. Три четверти земли – вода, и человек на 70% состоит из воды. Я не знаю, сколько лет это можно ждать, но в результате загрязнения речных протоков, который падает в Сулакский бассейн, отсюда и наши великолепные водохранилища, Черкесские водохранилища, Миятлинские водохранилища, которые являются не только источником гидроэнергии, но и является источником водоснабжения, они станут непригодны для питья. Потому что все мусоропроводы, как говорят, я называю это речные протоки мусоропроводы, накапливают огромное количество полистироловых, полиэтиленовых, петовых, различные виды бутылок, емкости, которые используются и для питьевой воды, и используются для зубных этих самых порошков, паст и так далее, которые, какое огромное количество бутылок вы увидите в кухне и в туалетных на комнатах. Огромная масса. Это все куда девается? Они все идут, особенно в горных условиях, в речные массивы. Они плавают в виде озера. Вы пройдите Миятлинское водохранилище, Черкесское водохранилище, вы увидите огромные островки. Островки, в которых плавают эти бутылки. Они медленно, ну, разрушаются. Воду делают непригодной. Выделяется огромное количество диоксина, хлорорганических соединений, которые постепенно уже махачкалинцам будет. Ни одна водоподготовка тогда не поможет. Вся беда в этом, которая заключается. А то, что вода проходит по каналу, вы себе обратили внимание на длинные водоросли, которые по берегам растут. Это диатомовые водоросли. Они продуцируют токсины, фитотоксины называются, которые не задерживают ни один фильтр, не обеззараживаются ничем. Они откладываются на наших почках.
печени, организме. Аукнется когда-нибудь через 5-6 лет в каждом организме, каждого человека, который употребляет. Говорят, мы можем пить бутилированную воду, допустим. Купаться там и купаемся этой воды. Посуду моем, белье стираем тоже в этой воды. Это самое. Таким образом, я неоднократно предлагал вообще прекратить использовать канал Октябрьской революции как источник питьевого водоснабжения. Единственный выход по этому каналу пропустить трубы специального назначения, по этим трубам пропускать воду из Миятлинского водохранилища после очистки. Тогда город будет обеспечен и люди будут получать нормальную питьевую воду. Чтобы сохранить чистую воду, необходим более детальный контроль качества питьевой воды. На свете нет ничего более драгоценного, чем обыкновенная чистая вода. Без нее нет и не может быть жизни. Воду нужно беречь, это должен понять и запомнить каждый. Обратиться всем главам администрации, скоро будут выборы, которые есть. Главная задача, пусть занимается экологией, очищают сам глав администрации с лопатой, вилами, речные протоки, чтобы город оставить для нас, как источник водоснабжения этой реки, который где формируется в горах. Вот основная задача, переведите экологию этих рек в нормальное состояние, что они были не источником загрязнения. Все, которые самая главная задача. Если этого не сделают, то проблема города Махачкала и других городов республики будет решена не в положительную сторону. Чем кончится, это уже медики отметят. Сам президент неоднократно ездил, когда на Черкесском водохранилище целые островка плавающих бутылок. Ни один человек не поднимает. Нет, надо создать специальные службы очистки этих водных источников. Их нет в республике как таковой. Придя к власти, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов одной из первых озвучил проблему оттока населения горных территорий республики. Он объявил 2016 год годом гор и поручил предпринять ряд мер для того, чтобы создать людям, проживающим в горной местности, достойные условия для жизни. Многие вопросы, по мнению главы республики, будут сняты, если создать условия для достойного проживания людей, создать производство и обеспечить людей рабочими местами. Thank you.